В музее истории православия города Йошкар-Олы открылась выставка «Крест под шинелью. Верующие Марийского края на фронтах Великой Отечественной войны 1941-1945 годов». Война – время высшего напряжения всех сил народа, прежде всего духовных. В истории нашей страны найдется немало образов живого и жертвенного патриотизма духовенства и верующих. В годы Великой Отечественной войны наши земляки также внесли свою лепту в единое дело победы над грозным врагом. В каких военных операциях они принимали участие? Какие подвиги совершали? Каковы их последующие судьбы? Выставка направлена на приобщение посетителей к истории Великой Отечественной войны, судьбам ее участников, идеалу настоящего гражданина, верного Отечеству. Приглашаются все желающие. Адрес: Йошкар-Ола, Воскресенская набережная, 18. Телефон 8-836-245-23-23.